Приветствую вас, друзья! Вы на YouTube-канале «Все для клёва», и мы продолжаем знакомить вас с новинками интернет-магазина klyova.com.ua. И в очередной раз у нас катушка фирмы Veida HBR-01-50/60. Значит, фирма Veida, напоминаю, это та же самая фирма Kaida, только переименована она в Veida в 2018 году. 50/60 это означает диаметр шпули. Вот ее характеристики этой катушки, которую производитель пишет, что вот модель есть у нас 50-й шпули и 60-й. На обоих катушках 7 плюс 1 подшипник, прилаточное число 5,2 к 1, то есть за один оборот ручки лесоукладыватель прокручивается вокруг шпули 5,2 раза. Ну и по лесоемкости, вы сами видите, 0,32 диаметр лески 360 метров, 0,35 300 и 0,45 220 метров у 5000 шпули. У 6000 шпули леска диаметра 0,32 450 метров, 450 метров, господи, полкилометра практически. 0,35 380 и 0,45 270 метров. Так, какие характеристики производитель отмечает по этой катушке? Ну, естественно, 8 подшипников, система Байтранер, друзья, алюминиевая шпуля Instant Anti-Reverse, это мгновенный антиреверс, дальше высокопрочная силовая передача, так, S-курва, это система предотвращения вибраций, right-left, это ручку ставить можно что слева направо, что справа налево, компьютерная балансировка ротора для предотвращения вибраций и корпус из высокопрочного карбопласта. Вот такие характеристики обозначает производитель. Давайте посмотрим на саму катушку. И тут, друзья, я, честно говоря, когда открыл коробку, был поражен. Производитель положил две алюминиевых шпули, друзья. Две одинаковых алюминиевых шпули. Я такого, честно говоря, не встречал, чтобы были две одинаковых. Ну, разные, может быть, какие-то. Нет. Две абсолютно одинаковых шпули. Для чего? Ну, в комментариях напишите, если вы знаете, для чего он туда их положил. Именно две. Ну, я скажу, что богато смотрится эта катушка. Такой черный, богатый, насыщенный цвет с золотистыми вставками, с железной ручкой, с кнобом таким прорезиненным, мягким. Такой, ну то есть приятный в руке держать его. Вот передний фрикцион, Байтранер, то есть как бы прекрасная катушка. На катушке написано, что она 5,2 к 1 рядочное число, Veida, тут та же информация по лесоемкости шпули, компьютерная балансировка, ну в общем надписи. Это у нас катушка 5000, друзья. HBR-01-50. По лесоемкости хочу отметить, что она подойдет как для рыбаков, забрасывающих оснастку длинными карповыми удилищами, так и для тех, кто пользуется корабликами для завоза оснастки. Система Байтранер, практически все уже ее знают, рыбаки. Ну, кто не знает, еще раз скажу о том, что эта система в переводе означает «бегущая насадка». И представляет собой систему, которая обеспечивает свободное сбрасывание лески в процессе поклевки рыбы. То есть, когда мы включаем Байтранер, у нас при поклевке рыбы леска стравливается. Когда мы берем удилище в руки и делаем первый оборот ручки, система Байтранер отключается, и уже за систему наматывания лески отвечает передний фрикцион. То есть, как мы его настроили, так он и будет стравливать, если будет стравливать. Если он будет закрученный, то он вообще стравливать не будет. То есть, ситуацию вы поняли. Вход фрикциона, давайте посмотрим. Ну, достаточно длинный. Ого. Вот он. То есть, позволит настроить его с необходимой точностью. Ручка металлическая, такая мощная, надежная.
Кноп прорезиненный. Ход лескоукладывателя вокруг шпуля при прокручивании ручки. Он плавный, легкий, но небольшой такой технологический шум присутствует. Вы его слышите. Душка фиксируется четко. То есть самосбросов душки не будет. В принципе, нормально все. Давайте теперь по люфтам пройдемся. В кнобе. В кнобе. Но его практически нет. Такое что-то чуть-чуть в руку отдает. Буквально доля миллиметра. Так, в главной паре. Тоже технологически еле-еле-еле. Продольный, поперечный. Продольный, поперечный, чуть-чуть есть. Так. Теперь в штоке. Ну, вот его тут нету, я его не чувствую. Продольный, поперечный тоже нет. В шпуле, ну, как он, по идее, должен быть, так он и есть. Немножко есть. Так, теперь, что касается веса нашей катушки. 500 грамм ровно, друзья. Ну, в принципе, такой вес приличный. Ну, не скажу, что катушка карповая, поэтому она также, в принципе, и должна весить. Это ж не спиннинговая, которая должна быть легенькая. Вот. А действительно мощная карповая катушка. Уверен, что она порадует своего владельца надежной работой. Друзья, хочу напомнить незыблемое правило нашего интернет-магазина, касаемо любого рыбацкого товара. Если вы нашли такой же товар, но дешевле, чем у нас, скиньте ссылку на почту сайта, мы проанализируем ее актуальность и продадим вам еще дешевле. Если видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал «Все ли клево» и рыбачьте с удовольствием, а для этого покупайте только качественные рыбацкие товары и желательно в магазине klevo.com.va. Всем удачи, всего хорошего, пока!